Производственная компания «Стальпрокат» на российском рынке четверть века. Это один из лидеров металлосервисной отрасли страны. Глава округа Владимир Ужицкий посетил в Томилине предприятие и пообщался с коллективом. Подробнее в нашем сюжете. Основной вид деятельности компании – переработка листового проката из рулонов в листы и ленту. 400 тонн отгрузки готовой продукции в день. Первые 10 лет предприятие занималось металлоторговлей. Теперь все силы сосредоточены на производственной деятельности. Мы больше и больше уходим в переработку металлопроката, делая для наших заказчиков изделия. Покупаем рулонную сталь, идет поставка в железнодорожных вагонах. Рулоны устанавливаются на производительные линии. Сырье и материалы в ходе производственного процесса превращаются в готовый продукт. Житель Краскова Виктор Пыльнев на предприятии работает год. Он отслеживает возможные дефекты и предупреждает о наличии брака. Полная настройка линии, контроль качества, контроль габаритов, размеров. Дальше уже к клиенту упаковывается и увозится. Листовой металлопрокат используют во многих отраслях промышленности. Основные заказчики предприятия – это машиностроительные заводы, производители лифтового оборудования и бытовой техники. Они сегодня создали производство, где работает порядка 300 человек. Я пообщался с рабочими. Рабочие получают заработную плату. Кто-то 80, кто-то 100, потому что оплата сдельная. Эта продукция крайне востребована. Она находится в некой технологической цепочке сложных машиностроительных заводов. И можно только пожелать, чтобы это предприятие дальше развивалось. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.